Нет, не боксеров, спортсменов езидских из Армении. Он выступал, и флаг был один флаг, не два флага рядом друг с другом, а был просто один флаг, половина езидский флаг, половина армянский флаг. Поэтому я всегда говорю, что езиды из Армении, они всегда выступают, и они всегда выступают не только под армянским флагом, но и под езидским флагом, потому что это правильно, потому что езидский флаг должен быть тоже. Он должен стать узнаваемым в мире. А вот скажите мне, кто из Грузии, что случилось, из-за чего 20 грузин избили до смерти езидского 19-летнего мальчика? Вот в прошлом я видео об этом и говорила. 20 парней, 20 грузин сбросили его и ногами пинали до смерти. Из-за чего? Почему это? И что им грозит? Их всех поймали, всех 20. Да, мы братья и сестра. Да. Именно так, да, на русском говорят братские народы, а мы, сестры, наши умнее всех. Арамаст. Арамаст пришел, теперь уже мы все. Арамаст. У Арамазда имя именно такое, знаете, это Арамаст, армянский бог, бог армянского пантеона, но и у него это имя, братья по разуму. Да, братья по разуму, езиды очень древний народ, и они сохранили свою веру, они не приняли ни христианство, ни другую религию, ни ислам, ничего, они остались верны своей религии, и вы представляете, ребята, вы представляете, вот и с тех времен, с начала цивилизации быть... Почему у меня...